Приближается дачный сезон. Сейчас многие задумываются о приобретении земельного участка и строительстве садового домика. До 1 марта 2021 года это можно сделать по упрощенному порядку в рамках действующей дачной амнистии. Изначально проект дачной амнистии включал в себя более широкий перечень объектов недвижимого имущества. Сейчас речь идет о садовых и жилых домах, которые расположены на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Ровно год остается, как будет действовать упрощенный порядок подачи документов. Основная суть в том, что для строительства садового дома до 2021 года не нужно обращаться в органы местного самоуправления. После 1 марта 2021 года относительно садовой недвижимости будет также действовать уведомительный порядок, как сейчас у нас действует для индивидуальных жилых домов. То есть не успели до 1 марта 2021 года оформить в упрощенном порядке, тогда уже вступает в силу уведомительный порядок. Уведомляете орган местного самоуправления о том, что желаете построить садовый дом, и, соответственно, потом также получаете уведомление о соответствии. Представители Росреестра напоминают, если у вас есть старые документы на право пожизненного наследуемого владения на постоянное бессрочное пользование, то не обязательно идти в администрацию и выкупать эти участки. Достаточно обратиться в многофункциональный центр, подать заявление о регистрации права собственности, и в этом случае также упрощенный порядок сохраняется.